Всем огромный-огромный привет! Меня зовут Алена, и добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео у нас будут очередные покупки из магазина Fix Price. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Я, если честно, девчонки, стала фикс-прайсовским маньяком. То есть я постоянно туда хожу. Мне обязательно что-нибудь нужно. То вот сейчас я пошла за полотенчиками для уборки дома. То есть я покажу сейчас вам покупку, какие я купила полотенчики. И давайте начнем. Первое, что я приобрела в фикс-прайсе, это у нас тряпка для уборки. На этот раз вот с таким вот принтом, она очень-очень мягкая и очень-очень хорошо убирает пыль. Я вообще влюблена в эти тряпки. Тут две штуки, 35 на 35 сантиметров. Такая вот вещичка. Дальше. Я в основном, кстати, очень много тряпок я в этот раз взяла. Тряпка многофункциональная для уборки, 40 на 60 сантиметров. Вот эта тряпка, девчонки, невероятно впитывает влагу. Как видите, тут даже вот видно, как на картинке, как на нее можно ставить посуду, чтобы она стекала. Тоже так делала. Классная тряпка. Вот честно, могу от души посоветовать ее для тех, кто моет посуду, и потом она в дальнейшем у него стекает. Стекает на такие вот тряпочки. Дальше вот такая вот тряпка. Тряпка для уборки универсальная, 50 на 70. Скорее всего, буду использовать ее для уборки в доме для полов. Вот такая вот в клетку, такого модного принта, так сказать. А внутри у нее то же самое. Некоторые, кстати, берут такие тряпки, сшивают их и делают наволочки из них. Вообще безумно классная вещь, мне кажется, вообще как одеялка так смотрится издалека. Так, и вот такой вот принт. Это у нас тоже тряпка для уборки, вот из этой же серии. Только, как видите, другой же расцветки. Это также две штуки 35 на 35 сантиметров. Тоже также такие же мягкие. Мне кажется, в фикс-прайсе стали делать упор именно на мягкость тряпки и на ее многофункциональность. Дальше. Не смогла пройти мимо наклеек для ногтей. Взяла себе новые наклейки. Недавно завезли вот кошечки, тут бабочки какие-то, цветочки, звездочки. В общем, такую вот наклейку взяла. А дальше тут идет следующее вот с такими вот рисунками. Что-то похожее, но они все разные. Так, тут вот идут ноты. Ноты, какие-то звездочки, бабочки, в общем. Невероятно классный набор за 47 рублей. Вообще в него влюбилась. У меня очень много наклеек сейчас стало. И я ими постоянно пользуюсь. И вот такой вот набор. Тут у нас идут бабочки, розы, цветы, звезды. В общем, все то же самое, только в разном оформлении. Так, такие вот наклейки себе взяла. Дальше взяла вот такой вот набор кистей. Взяла из-за вот этой вот щеточки. Я свое куда-то благополучно посеяла, не помню уже куда. А часто люблю ее использовать для прочеса ресничек, после того, как нанесла тушь. И вот это вот, говорят, очень хорошая кисточка. Кстати, давайте вместе откроем, посмотрим, что же у них такого сверхъестественного, что все от них пищат. Вот такая вот кисточка. Кстати, она намного мягче моей Эйвонской. И вот такая вот кисть для именно разделения. Ну, в принципе, я думаю, неплохой набор за 47 рублей. Так, дальше. Купила очередной раз диски КТ. Они у меня улетают вообще мгновенно. Тут у нас 140 штук. Диски ватные, косметические. Нормальные ватные диски. Ничего у них сверхъестественных, никаких свойств нет. Они, конечно, не прошитые. Но мне без разницы, прошиты края или нет. Так. Вот про вот эти вот полотенчики я говорила. Это у нас полотенца вискозные, не тканные. Для сухой и влажной уборки можно использовать с моющими средствами улучшенные впитывающие свойства полотенца. Я раньше, когда убиралась дома, пользовалась бумажными полотенчиками одноразовыми. Потом увидела вот эти вот в фикс-прайсе и подумала, надо взять. И вот как-то я полгода думала-думала и решила взять. Попробую, поубираюсь, обязательно вам скажу, как они будут себя вести в действии. Так, дальше. Нашла, наконец-таки, я напала на порошок Персил Свернель. Капсулы пятновыводителя, жемчужно-свежего аромата. Так, у нас, по-моему, этот универсальный порошок. Да, это порошок и для машинки, и для ручной стирки. Вот такой вот Персил. Очень нравится мне этот порошок. Дальше взяла Бимакс.
автомат. Много раз про него говорила, постоянно его беру, как захожу в Фикспресс. Классные вот порошки. Вот именно вот из-за них даже стоит зайти за 47 рублей и купить себе два таких вот помощника. Так, дальше купила очередную дощечку термо из стекла с принтом арбуз. Очень мне понравилось. Уже одна такая стоит, купила вторую. Так, дальше купила перчатки хозяйственные. Тут у нас 10 штук, то есть 5 пар, да. Взяла, если честно, их не для уборки. Я не люблю убираться в доме в перчатках. Я люблю, когда я все чувствую. А я взяла их для окрашивания волос. То есть, если ко мне приходят девочки, просят покрасить волосы, я не беру вот эти вот целлофановые перчатки, я беру вот такие вот. Фикспресс, тем более, за 47 рублей, 5 штук нормально. Так, и последнее, что я приобрела в этот раз, в этом набеге на Фикспресс, это мой наилюбимейший крем, это моя любовь, мой must-have и для лица, и для тела, даже на волосы использовала. Это Hand Kiss, увлажняющий бальзам для рук с персиковым молоком. Мне многие писали про него, но у меня до этого стоит вон с йогуртом, да, с йогуртом, там что-то, ну, в общем, йогурт, на йогуртовой основе якобы. Вот, а вот этот вот у нас на персиковом молоке, с персиковым молоком, вот так вот. Есть еще с кокосом, но с кокосом я, к сожалению, не нападала, мне девчонки писали. Но очень я довольна осталась этими кремами. Девчонки, попробуйте. Тут туба 320 мл, но оно мне улетает мгновенно. Я использую ее в первый мир, в добрые люди. Ну вот, девчонки, на этом были все мои покупки из данного магазина. Всем, кому понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!